Тебе тут что-то нужно или ты просто... Эй, ты... У меня есть товары для темных дел. Для тебя здесь всегда открыто. Да я гну погасну. Дым отгоняет мрак. Да? Значит, наши потроха защищены. Мы этим дымом еще в мастерских надышались. Мы тогда такую дрянь отхаркивали. А Тали ее коллекционировал. Не, не совсем так. Какой-то псих ему платил по 2 пенни для научных исследований. Когда Тали скручивала кашлем, он зарабатывал больше нашего. Сейчас-то он уже сыграл в ящик. Все там будем. Это последний. Завтра будут новые. Мне уже кажется, что они везунчики. Везунчики? Некоторые мрачники откусывают себе языки, чтобы все кончилось. Выдавливают себе глаза, уши царапают. Так себе везение. Старая часовня в Морнингсайде. Это двор королевы попрошаек.
Одинокая ночь сегодня. И это хорошо. А, Гаррет, немногие бы выбрали твой путь. Других путей я не знаю. Верно. Ты ведь знаешь, что обо мне говорят. Ты узнаешь обо всем, что происходит в городе? Не обо всем. Только о самом важном. Что привело тебя сюда? Ищешь моего совета? Год назад я был в поместье Нордкреста. Что-то пошло не так. Что со мной случилось? Что случилось с Эрин? Год назад. Слишком самоуверенные люди попытались взять под контроль то, чего до конца не понимали. Равновесие было нарушено. И это отразилось на всех. Это что, ответ? Когда мои попрошайки тебя нашли, после того случая, они решили, что ты мертвый. Но ты был жив. Мы вылечили тебя и вывезли из города, чтобы защитить. Мы ждали. Но когда начался мрак, что-то начало будить тебя. И мы решили вернуть тебя домой. Этот город болен, но он все тебе расскажет, если ты будешь слушать. Берегись, Гаррет. В тени скрываются вещи пострашнее тебя. Какая прелесть. Мы грузим трупы с самого рассвета. Нам бы закончить поскорее. Слыхали этого ленивого канавника? Радуйся, что толкаешь телегу, а не лежишь на ней. На телеге я уже накатался. Найду другой путь. Надеюсь, это не мрак. Горячий.
горячий кофе сейчас бы не помешал. Погода меняется. Что дальше? Поспать бы. Горячий кофе сейчас бы не помешал. Чёртовы зубы Ронца. Называется работа. Ха. Смотри, чтобы псина не брехала, и разбуди меня к концу смены. Как ты спишь в таком месте? Еще и генерал где-то бродит, зубами скрипит и ногой своей паскудной. Смотри и учись. Смотри и учись. Спорю, что этот пес внимательнее, чем его хозяева. Речную вонь даже тут чувствую. Мой канавник! Я теперь знаю, где ты! На телеге я уже накатался. Найду другой путь. Я заболел, точно знаю. Спина совсем разболелась. И это называется работа? Ха! Смотри, чтобы псина не брехала, и разбуди меня к концу смены. Как ты спишь в таком месте? Еще и генерал где-то бродит, зубами скрипит и ногой своей паскудной. Смотри. Надо бы еще поспать. Жрать хочу.
Врёт, что этот пес внимательнее, чем его хозяева. Всегда говорил, что работает не на заводе. Бесконечная ночь. Это не мрак. Ну хоть трупы в очереди стоят. Ха-ха.